Банску. Банску находится у подножья северной части гор Пирин. В прошлом город был центром болгарского возрождения в Пиринской Македонии. Активно участвовал в Македонско-Адрианопольском ополчении и породил некоторые из величайших имен болгарской нации. Сегодня Банска – известный лыжный курорт, который привлекает туристов современными трассами, сохранившимися домами в стиле болгарского возрождения и интересной историей. В центре Банска возвышается один из символов города – церковь Святой Троицы, с высоко белеющейся башней и уникальным звоном колоколов. Земля, на которой построен храм – подарок жителей города, а на центральном входе изображен крест, по обе стороны которого полумесяцы со звездой, чтобы обойти тогдашний турецкий закон. Конструкция выполнена так, чтобы здание казалось меньше. Это по сей день удивляет современных архитекторов. Рядом с храмом находится дом одного великого болгарина – Неофита Рильского. Он был патриархом современного образования в Болгарии и основателем Банской художественной школы. Его дом сохранился в аутентичном виде – двухэтажный, с низким дверным проемом, чтобы турки, входя в дом, кланялись хозяевам. Крепость в уменьшенном виде, с дополнительным рядом стен для укрытия и бегства, с туннелями и тайными выходами. На первом этаже кухня, комната для хранения продуктов и печь. Рядом с кухней отделение для животных, где изображено родословное древо семьи. Уникален и расписанный снаружи и внутри дом Велянова. Сегодня это архитектурно-этнографический музей. А пропитанный историей дом-музей поэта-революционера Николы Вапцарова устроен его собственной матерью, так, как это было во время его юношества. В самом старинном сохранившемся здании Банска представлена выставка икон. Этот дом был женским метохом и показывает развитие Банской иконописной школы стенописи, одного из ярчайших явлений в истории болгарской культуры в эпоху Возрождения. Неповторимое стилевое звучание – результат смешения фольклорных и религиозных элементов. Банско – рай для туристов и зимой, и летом. Отличная лыжная зона и развлекательный парк для экстремальных спусков привлекают в течение всего сезона любителей зимних видов спорта. В Банско традиционно проходят соревнования Кубка мира по горным лыжам. Современные подъемники и разнообразный рельеф – настоящий магнит для гостей небольшого горного города. С уникальным сочетанием природы, климата, атмосферы эпохи Возрождения и искусства Банска предлагает туристам неповторимое впечатление.